Ух ты, как менюшка немножко изменилась, да? Теперь здесь какие-то бутылки висят. Видимо, новогодняя алкашка отмечается. Ну и... Ну и все. Так, я тут решил подходить к рокерше. Привет. Что делаешь? Меня как сидит. Вообще красава. Ну а мы все-таки попробуем. У нас есть 50 тысяч. Угадайте, что мы сейчас будем делать. Ну, давайте попробуем. Фух, страшно, страшно, ёпта, слышишь? Что-то страшно. Может пойти потанцевать просто или что? Не, ну надо все-таки. Надо рискнуть. Блин, ну я просто думаю, может она, ну, все-таки даст нам пушку. Давай попробуем. Давай не так быстро, да? А она что, каждый раз будет хвалить? А ну-ка. Она подходит. Так, так. Ну? А? Опа. Письмо от Мокси. А как его прочитать? Алло. Твою мать, как это письмо прочитать? Почта, ура! Так, спасибо за щедрые чаевые. Захочешь помощи гора, заходи либо сюда. Когда будешь косить сектантов из этой пушки, вспоминай меня. О, так она дала нам пушку все-таки. Ёптутэй! Хо-хо-хо! Какую игрушку ты пишешь? Ёптутэй, там мне тут вообще куча писем приходила с пушками, а я даже не понимал. Капец, я нашел клад! Так, сэр Хаммерлок. Чумак, какие-то еще пушку. Так. Добро пожаловать. Маливан дал мне пушку. Торг дал мне пушку. Тук-тук, кто там? Нихера себе. Так, еще Торг дал мне пушку. Маливан еще пушку дал. Гиперион и какой-то там сотрудник. Все, мы наконец-то взяли эту пушку. Ёп тудей. Фух, так, теперь давайте сравним. Так, в общем, я сравнил все пушки и, в принципе, вот она. Вот она, пушка от Мокси, которая обошлась мне где-то 50 штук. Еп, тудей. Это, конечно, жестко. А что будет, если я еще там дам ей косарик? Все то же самое, да? Ну да, походу все. А ну-ка. Мне просто интересно, куда она двигается. Короче, больше походу ничего не делает. Вот, короче, мы взяли вот эту пушку, потом подарок. Вот эта пушка была подарок от этого Хаммерлока, и вот эта пушка у нас была, да, по-моему, с прошлой части. Да, то есть мы взяли подарок от Мокси, вот эту вот пушечку. У нее получается автомат и огонь очередью. А режим стрельбы, а в этом пистолете только один режим стрельбы. И мы сейчас пойдем, скорее всего, возьмем какое-то доп. Задание. А вон вот это вот. Что это у нас здесь? А, Мокси срывает в куш же поти красавчика. Мокси предлагает вам свой большой куш. Да, хотелось бы вернуть назад бабки. На одно из наиболее роскошных казино, джекпот красавчика. Ух ты. Так, сначала приобрести Epic Games. Чтобы сыграть это поиск. Кого приобрести ты? Падла, мразь, скотина, тварь. Я купил и так эту игру. Что за помойка? Ладно, все, этот мы брать не будем. Да, вообще возьмем что-нибудь другое.
Вот тут раньше стояла диджуха, диджей ебан. А сейчас она куда-то ушла. Ну и похер. А мы отправляемся на планету Иден 6. И давайте попробуем разрулить ситуацию. Нам, по-моему, нужно то ли спасти Хаммерлока, то ли еще что-то сделать. И там надо еще будет побочки нам пособирать. Так, полетели. Хоп, пришвартовались. Так, что это за лупка? Так, нам надо на большую, естественно, планету, нахер нам маленькая. Я что, вниз упал? Все, что ли? Так, все, я пошел десантироваться. Слава ВДВ. Мы подошли к спасательной капсуле, мы отправляемся в заленные топи. Топи, Вася, топи. Так, это Эдем 6 у нас. Какие-то чудики бегают. Урнальд Джейкобс. Так, Урнальд Джейкобс, дай нам этого Хаммерлока. Какие-то растения здесь, деревья. Да хорош лагать. Все в каких-то чубриках. Так, ну мы сейчас найдем Хаммерлока. Бля, какая капсула светит красиво, да? Ой, ёпта мать, я аж в натуре ослепился. Ого. Да, большая такая зеленая планетка, вообще огромная. Какие-то штуки тут. Блин, у меня автомат был розовый, но, по-моему, уже от цвета стал зеленый. Трусливые фанатики. Тут трусливые, смотри, как я могу. Хера. Бан! Так, это тачка. Да, но дополнительные квесты я сейчас пока не буду брать. Возьмем машину. Так, и мы поедем куда? Так, что-то заглохла моя восьмерка, девятка. Так, что это? Это городок Reliance. То, что осталось. Тут жили наши лучшие оружейники. О, я врагов проехал. Так, давайте вернемся, их все-таки расстреляем. Так, ну и вот мы подъехали к месту встречи. Я уже жду, не дождусь использовать свой автомат новенький, за который я отвалил больше 50 тысяч. Ого, а как он стреляет как-то херово, слышишь? Почему я никого убить не могу, алло? Что это за автомат паленый за 50 кэсов, алло? Как он стреляет? Подожди, им еще надо попадать, блин. Охереть можно. Давай просто сэфки их запилим. Там еще надо, короче, попадать. Он как салютиками стреляет. А может попробовать другой режим? Так, вот автомат, а вот очередь. Хм, неплохо. Так, здесь у нас магазинчики. Наверное, наверху, да? Так, и мы ищем какого-то челика, который должен быть знаком там с Хаммерлоком или что-то типа такого. Так, сейчас мы подойдем. Сейчас мы подойдем куда-нибудь. Мы идем все выше. Вот я вижу врагов. Вот я вижу бочку, да? Нужно их выманить. То есть нужно целиться чуть-чуть ниже, да, чем этот автомат стреляет. Какой-то специфический автомат, блин, от Мокси. Спасибо, блин, Мокси. Я хер попаду по ком теперь. Короче, берем вот эту вторую пушенцию. И она лупашит намного круче. Здорово! И все. Спасибо, Мокси, 50к, блин, на ветер. Лучше б я на них мороженое накупил. Ёб твою мать, детишкам бы браздал бы, блядь, в парке. Они бы счастливее были, чем эта пушка, блядь, практически бесполезная. Не, вот то ли мой дробаш. Смотри, как он херячит. Так, не понял. Здравствуйте. Опа. Опа. Ля, шо у тебя за херь? Вейнбрайт Джейкобс. Yes, that Джейкобс. Понятно. Так, ну он мне нравится, просто этот автомат. Буду с ним пока ходить. Эх, надеюсь, он не совсем бесполезный будет. Так, встретиться с Урайнтером.
Здравствуйте. Так, не отвлекаемся. Здорово, мужик. Меня зовут Уэйн Райт Джекобс. Боюсь, никого, кроме меня, Джекобов, больше нет. Я понял, короче, тот Черик со второй части, походу, уже все. Ему, по-моему, все. Так, берегись, миссис, здорово. Здорово, голый мужик. Так, это что у нас? Это можно что-то продать, да? Мы, в принципе, можем все продать, то, что у нас не в руках. Как обычно, принцип игры в Borderlands. Стандартная процедура. Надо еще попробовать, вот этот пестель будет. Ого, огромная у тебя хата, мужик, конечно. И я еще открыл, да, сюда, travel. Так, заливные топи, сучка, твоя вершина. Хера. Так, какие-то двери у тебя тут, да? Какие-то живчики. Так, берем бабло. Так, что нам надо взять? Войти в домик на сучковатой вершине. Ну ок, давай послушаем, о чем она вообще травит байки. See, that cult is holding Alistair in a prison called the Anvil. I already sent a team of mercenaries to break him out, but I ain't heard from them since. Rescue Alistair, and I'll get you that damn vault key. You in? Prison break? Sure, why not? All right. The team's muscle, codenamed Meat's Lab, should be securing an escape route as we speak. He'll be near the prison's front gate. Find him, and get Alistair out of there alive. I'll hold down the fort and protect what's left of my people. Good luck. Friggin' bandits. Now, I'm not worried about Meat Slap biting it. He's more of a mountain than a man and much angrier. But attention span ain't his strong suit, particularly when there's punches to be thrown. Так, я уже попил чай, поел, нихуя себе, вот это да. Ля, вот это пуфик диван, твою мать, дай посижу. Вот это жесткое у тебя кресло, я даже сесть не могу. Ну его нахрен. Так, что нам надо? Пройти к наковальне и встретиться с мясником. Ну пошли. Тут еще и лифт, капец, палац. Капец, вот мы спасали этого чубрика, у него там охрана, еб твою мать, больше чем человек у меня, блять, в многоэтажке живет, 20 этажей нахуй. Как он вообще, что он сказал, мы спасли ему жизнь, там два чубрика, и почему, по-моему, там еще и своих стрелял. Так, белобрысая шлюха начала опять вещать, засорять мой радиоэфир. Ждем, пока она заткнется. Так, давай точилу и поехали на миссию.